Еще раз всех приветствую. Те, кто меня не знают, зовут меня Ольга Каурова. Я хотела бы с вами сегодня провести такую вводную встречу. И сегодня мы с вами просто встречаемся для того, чтобы обозначить концептуально, как мы будем, что с вами, в принципе, строить свое взаимодействие для того, чтобы у нас получилось продуктивно и ваша работа в интернете, и наше совместное взаимодействие. Самое главное, с чего хотелось бы начать, что все бизнесы, вы наверняка все уже раз находитесь в интернете, раз находитесь сегодня на этой встрече или просматриваете запись нашей встречи, то значит вы в интернете, значит вы пытаетесь каким-то образом общаться, может быть даже больше, вы пытаетесь найти бизнес или может быть уже находитесь в каком-то бизнесе. И каждый из этих бизнесов состоит в общем-то из одного и того же алгоритма. Это какую-то сумму надо проинвестировать, но самое главное, что обещают все бизнесы, это вы будете получать намного больше, если вы пригласите еще каких-то людей. И чем больше вы пригласите, тем больше вы получите. То есть ваш заработок от интернет-бизнеса будет намного-намного больше. Но в чем основная проблема всех, кто приходит в какие-либо интернет-бизнесы? Это то, что большинство из вас сталкивается с такой проблемой, что надо приглашать. Как приглашать? Многие говорят о том, что я вообще этого не умею делать. Многие говорят о том, что они привыкли вообще работать только на земле. Они знают, как это делать от человека к человеку, они знают, как говорить, когда смотрят собеседнику в глаза, когда они чувствуют энергетику. Но как это делать в интернете, тем более сейчас интернет просто весь наполнен какими-то предложениями, мы все ими завалены. Так все-таки как же пробиться и что же делать? Так вот я хочу сказать вам, что наша команда предлагает, наша школа конкретно, предлагает вам воспользоваться альтернативными вариантами. Такие варианты, такими сервисами, такими инструментами, которые смогут сделать все за вас, которые в конечном итоге, как вы знаете, в наш мир роботизации, да, уже способны выполнять ту работу за человека, где раньше мы что-то делали вручную, где мы раньше где-то кому-то писали в скайпах там или в каких-то мессенджерах или в каких-то соцсетях вручную, сейчас способны это все делать роботы. Так вот эти роботы, вот эти инструменты, набор сервисов, все это мы готовы вам предложить и показать. Наши партнеры, те, кто проходил уже обучение или проходит еще обучение в нашей школе и знает о том, что бизнес-школа онлайн, наша школа, предлагает сейчас просто обучиться делать собственные деньги. Вот на этом слайде показан как раз слайд, который делал один из наших учеников, и мы говорим о том, что они, когда размещают посты, они говорят о том, что мы приглашаем вас в школу, где даны, вот здесь написано, более 30 инструментов, на самом деле их сейчас намного больше. Поэтому сегодня вот задача, чтобы вы как раз вот умели делать вот такие вот посты. Они совсем не сложно делаются. Мы будем вам показывать, как, какие инструменты, какие программы, какие сервисы можно применять и где вам не придется никого приглашать. У вас партнеры сами будут проситься к вам в команду. Вы понимаете прекрасно, что на сегодняшний момент просто надо этому научиться, надо услышать эту информацию, надо применить, услышать, как настраиваются эти сервисы, какие есть такие тонкости по настройке, для того, чтобы это все эффективно сработало. Конечно, ничего, ни у кого нет волшебной палочки, в том числе ее нет у меня. Если вы не услышите информацию или вы опять очередной раз просто посидите, послушаете, а в конечном итоге, когда я последующие наши встречи буду давать вам конкретные задания, если вы их не будете выполнять, то есть у вас не появится навык, не появится опыт, знания ваши не укрепятся. И значит, знания, навыки и опыт, можно сказать, перечеркиваются, и вы просто остаетесь слушателем, и результат сам собой не появится. Я за каждого из вас в руки мышку не возьму, за каждого из вас не смогу запустить какой-то сервис на вашем компьютере. Все это должны будете делать вы. Но все это делается очень просто, если хоть немножко пытаться просто загореться тем, что я хочу заработать денег для себя. И
В таком случае наша система, если вы будете выполнять наши все рекомендации, она поможет вам найти партнеров в ваш бизнес. Это практически методика и система, собранная воедино с пошаговым вот таким, с пошаговой раскладкой, где вы сможете все применить, легко применить, причем на практике, и сможете получить конкретный результат, который отразится прежде всего на вашем финансовом фундаменте. Ну и самое для меня будет, конечно, показательное, это те, кто наиболее будет последователен, наиболее целеустремлен, конечно, он сможет легко в течение месяца пригласить 30 активных партнеров, это как минимум. На самом деле, я где-то 2 недели потратила вот в предыдущем своем бизнесе, 2 недели потратила на то, чтобы запустить эти все сервисы, чтобы их настроить. У меня было 177 лично приглашенных партнеров. Поэтому для вас, как людей, скажем, кто вот еще, если не владеет очень сильно компьютером, еще только пытается осваивать его как хорошего помощника, то почему и ставлю вот такую минимальную, как бы, цифру, такое минимальное число, это 30 активных партнеров. На самом деле можно сделать намного больше. Новички делают намного больше. Так вот, для того, чтобы избежать вот этого момента, с которым работают многие профессиональные психологи, очень много есть коучей, очень много тренингов, где вы наверняка многие из вас поучаствовали и платили просто бешеные средства для того, чтобы пройти опять какой-то мотивационный такой психологический тренинг, где вам говорят, что вы можете, привлеките к себе деньги. Ничего само по себе не привлекается. Все на самом деле под лежачий камень вода не бежит. Одно дело послушать, а другое дело просто взять и использовать инструменты, которые уже есть, уже разработаны. Многие из них находятся на дорогой ценовой планке. Вы получите их просто бесплатно, да еще и настройки, и все те приемы и методы, которые мы вам преподнесем, это стоит огромных денег. Но мы вам, как партнерам нашей школы, дадим все это бесплатно. Консультировать вас будем бесплатно. Мы будем пошагово с вами заниматься, будем давать вам полезные видео, будем давать наиболее актуальные инструменты, потому что в интернете очень много этих инструментов. На самом деле одни из них легко просто приведут к тому, что, например, заблокируют ваш аккаунт в Фейсбуке там, или заблокируют YouTube и так далее. Мы знаем, как работать, с какими инструментами работать, какие программы и сервисы, какие тонкие настройки требуются для того, чтобы вы ничего не потеряли, ни один из своих аккаунтов. И кроме того, вы будете работать не только, конечно, с такими вот соцсетями, будут у вас свои собственные сайты, у вас будут полные наборы инструментов, у вас будут свои скайп-чаты, в которые люди опять же будут добавляться сами и просто получать вот эту систему продвижения. Поэтому все, чтобы это получить, вам просто необходимо понять самое главное, что вот в ближайшие 5-10 дней вы должны будете сделать. Не верьте тому, кто говорит о том, что не надо никаких сейчас соцсетей. Даже более того скажу, что поисковые роботы, такие как Google, Яндекс, Bing, Yahoo, они все и другие поисковые системы, Mail.ru, они все используют для того, чтобы робот правильно выдавал поисковую информацию, выдавал именно вашу информацию, если человек делает какой-то запрос в поиске. Вот, они на 30% ориентируются на вашу социальную активность. Вот об этом нельзя забывать. Треть информации считывается с социальных сетей. Поэтому те, кто утверждает, что достаточно только e-mail рассылок, только главное вот зайдите к нам и обучитесь, мы вас научим e-mail маркетингу. E-mail маркетинг это всего лишь одна из ступенек, которая позволяет активно продвигаться. Без соцсетей вы не сможете все равно так активно сработать, как вот мы срабатываем. 177 человек за 2 недели у вас без соцсетей не появятся, только на одной e-mail рассылке. Ну, конечно, может быть, вы, не знаю, уже супер знаменитый человек, если вы уже тут монстр, вряд ли вы будете сидеть на данном вебинаре. Если вы находитесь здесь, на нашей встрече, то значит у вас еще есть такая проблема, есть такой вопрос, как все-таки максимально быстро продвинуться и пригласить, даже не пригласить, а найти своих партнеров, свою целевую аудиторию. Так вот,
Главная задача, первое, что вам нужно будет сделать в ближайшие 5-10 дней, если кто до следующего тренинга сделает это уже самостоятельно, вы знаете, что у вас под рукой есть своя интерактивная библиотека. Как многие сейчас выражаются, Google вам в помощь. Набираете в поисковой строке в Google или на YouTube и смотрите эту всю необходимую вам информацию. Все есть. Как настроить, как создать аккаунт, как его зарегистрировать, как настроить. Вся информация есть. Поэтому в такие вот мелкие тонкости, конечно, совсем не хотелось бы погружаться. Но следующие 2-3 урока мы проведем, конечно, по этим соцсетям. И кое-какие тонкие настройки я вам покажу, для того, чтобы это было наиболее эффективно. Вы получите от нашей школы готовый лендинг. Этот лендинг, конечно, будет сразу же работать у тех, кто, если знаком уже, что такое домен, что такое хостинг, и сможет легко предоставить, например, мне или своему наставнику данные по этому домену и хостингу. И тогда мы вам быстро привяжем ваш домен и зальем на хостинг. То есть у вас в любом случае очень быстро появится один из своих одностраничников, который позволит вам получать контактные данные из тех, кто придет к вам из интернета. Я буквально вчера создала новый лендинг, отключала свой предыдущий и запустила его, можно сказать, почти между 4 и 5 декабря. На несколько минут я его запустила, потом отключила и потом еще раз запустила. И на сегодняшний день у меня уже 6 заявок. Я еще ничего не сделала, я только его выпустила в интернет. Только разместила вот свой одностраничник, и у меня уже по подписной форме лендинга пришли 6 человек, которые, надеюсь, сегодня, если присутствуют на встрече, хорошо, если нет, значит, посмотрят эту встречу в записи. Вам обязательно нужно будет создать свои группы ВКонтакте, Фейсбуке, иметь свои скайп-чаты и желательно иметь свой канал в Телеграме. О том, как это все раскрутить, как туда привлечь людей, это тоже мы с вами все разберем, и вы получите туда, можно сказать, на автомате, опять же, с помощью сервисов, довольно большое количество живых людей. Вы научитесь использовать готовые посты, которые мы будем давать своим обучающимся. Будете использовать готовые изображения. Но очень нужно научиться, конечно, эти изображения также делать самостоятельно и размещать как можно больше полезной и позитивной информации в соцсетях. Не обязательно придумывать только что-то свое. Очень много интересного и полезного вы всегда можете найти в той же интернациональной интернет-библиотеке. И кроме того, возьмите себе за правило. Пункт 5. Хочется на это прямо обратить внимание. Большинство из вас делает грубейшую, прегрубейшую ошибку. Вот сегодня, когда я разговаривала с двумя, кто вышел на меня со своими предложениями, один из них оказался совсем зеленый. Понятно, что вот я, например, как человек все-таки разбирающийся, уже даже по первым словам, кто есть кто, я конкретно сказала: вы знаете, вы настолько еще новичок в интернете, вам из-за того, что вы сразу делаете мне какое-то предложение, да, пытаетесь со мной разговаривать голосом, вы молодец, что решились на холодный контакт, на разговор с холодным контактом. Но из-за того, что вы делаете сразу в лоб мне предложение о своем бизнесе, я могу сказать, что вы еще только учитесь бизнесу в интернете. Второй кандидат, который Кирилл из Украины, очень приятно, и долго мы с ним прообщались, было взаимно полезное такое общение. У нас не было ни с моей стороны, ни с его стороны долгое время в этом разговоре о каких-либо бизнесах. Мы просто знакомились как люди. И вот это был самый приятный и хороший разговор. И закончилось тем, что мы каждый поделился своей информацией. Ну и осталось, я так скажем, удовлетворено мое эго, что я его, в общем-то, переубедила, что надо начинать с таких, как мы, с наших школ и с наших предложений. Вот, но самое главное, еще раз обратите внимание, вот на слайде 5 здесь написано: запретить себе напрямую приглашать в какой-то бизнес. Приглашайте на полезные тренинги, вебинары, приглашайте вот в нашу школу. Любой урок, который мы с вами будем проводить, если я только не буду показывать, что это закрытый урок, а очень много будет уроков открытых абсолютно для всех желающих. Если у вас появятся потенциальные какие-то новые знакомые, появятся какие-то новые контакты, вы всегда сможете их пригласить на тренинг. Это намного легче, это намного полезнее будет для человека, когда вы пригласите его для того, чтобы просто пообщаться с нами.
для того, чтобы услышать какую-то новую полезную информацию для себя, которую он сможет применить на практике. И в этом тренинге вам, по сути дела, после него даже, не в этом тренинге, а именно после него, вам достаточно будет просто позвонить ему и сказать: скажи, пожалуйста, вот я тебя приглашал вот на этот тренинг, тебе что-то полезное там было, как ты думаешь, на следующий тренинг с тобой пойдем? И если вы пойдете с ним на второй, на третий тренинг, считайте, это ваш партнер однозначно. Вам даже, по сути дела, не надо будет его переубеждать, потому что он сам придет в нашу школу, он подпишется, а расставляем здесь людей мы сами. Мы расставляем, если вы мне показываете, кто по вашей рекомендации пришел, вы знаете, что есть система, да, когда мы каждого, в принципе, все равно учитываем, и если пригласила, например, Галина Ивановна там кого-то и написала мне, что вот придет Петрович такой-то вот на эту школу, значит, это Петр Петрович будет подписан под Галиной Ивановной. Вот, если вы получили какую-то бесплатную информацию, тем более полезную, которую вы считаете необходимой, либо в личной консультации, либо на наших тренингах, либо вы ее где-то нашли в интернете, будьте добры, возьмите за правило, поделитесь этой информацией со своими подписчиками. Они у вас появятся, если у вас будет свой лендинг. Возьмите и напишите несколько строчек о том, где вы ее взяли. Можете просто отправить ссылку, 2-3 слова написать. Вот нашла, о том, как, например, можно настроить канал в YouTube, чтобы видео продвигалось еще быстрее, чем обычно это делают люди, кто не знает такой маленькой фишки. Дайте ссылочку на видеоурок. Это тоже будет очень продуктивно и очень полезно. Если вы найдете какую-то очень полезную информацию на наших открытых страницах, в группах ВКонтакте, где тоже мы даем какую-то полезную информацию, и бесплатных материалов тоже достаточно много, вы, если поделитесь со своими, опять же, либо участниками, друзьями в соцсетях, или поделитесь это с подписчиками, то это, опять же, будет ваш плюс. Вам люди начнут доверять, что от вас есть только польза. Но никогда, никогда не делайте так, что вы начинаете рассылать приглашения в какой-то конкретный бизнес. Вот это вы сейчас, по сути дела, получите просто большое-большое отторжение. Люди сейчас завалены этими предложениями. Это вызывает агрессию, это вызывает просто вот блокаду от восприятия информации. И поэтому вот это вот мне хочется, чтобы вы сейчас услышали в первую очередь. Ну и самое такое, что мне хотелось бы, конечно, чтобы вы как бы преодолели в себе вот такой барьер, как выпускать себя на сцену. На сцену, это я имею в виду вот такие встречи, живые встречи, когда вы можете сами взять и несколько слов сказать на каком-нибудь тренинге, на какой-нибудь встрече, когда вы можете сказать о своих каких-то результатах, более того, записать это на видео. Или даже если вы посетили какой-то тренинг, и просто у вас осталась хорошая эмоция, то вы берете, ну, сейчас это очень легко, да, у большинства из вас наверняка телефоны, которые умеют записывать такое так называемое селфи, но не просто фотография, а прямо вот взяли вживую телефончик и, смотря там на себя любимого, сказали несколько слов. В каком сейчас пребываю в замечательном настроении? У меня крылья выросли за спиной, потому что завтра у меня уже получится все намного лучше, круче, чем вчера. И я сейчас получила такой замечательный, вот, не пинок даже, а как бы импульс, да, дальнейшего вот движения вперед. Я знаю, что послезавтра у меня будет вообще крепкий финансовый фундамент. Спасибо огромное там тому-то, тому-то. Возьмите и скажите там о своем наставнике, спонсоре, или как вам будет еще кого-то удобно озвучить. И вот эти несколько минут своих эмоций, пускай это будет секундный ролик, но научитесь это выставлять в интернете, научитесь делать эти ролики, научитесь записывать их. И чем больше человек показывает себя, чем больше он показывает свою открытость, чем больше он показывает свой какой-то позитив, что он готов позитивно воспринимать информацию, тем больше будет к вам доверия, и тем больше будет притяжения людей. Поэтому вот основной такой посыл сегодняшний – это станьте маленьким полезным другом большому количеству людей. Вот эти полезности, они к вам сейчас будут приходить, тем более вы будете присутствовать, если лично на этих тренингах, то вы поймете, что вот эта полезность, она как раз и будет отдачей
То, что вы сможете кому-то рассказать о полезной информации, не просто ради того, что вам нужно срочно кого-то привлечь в этот бизнес, хотя и это тоже, конечно, каждому человеку важно, да, где-то заработать, но самое главное, это все-таки принести пользу. Польза, а польза в данном случае, это как раз то, о чем мы с вами говорили, что люди не умеют приглашать, и что за них это готовы сделать. Вот мы свою школу приглашаем каким образом? Да, мы говорим, вот вы видите сейчас, по сути дела, готовый текст, если кому понадобится, могу его сбросить. Мы всегда говорим, что, друзья, вот есть в наше время краудфандинг, который в последнее время узаконили практически все цивилизованные страны мира. И государства перекладывают свою ответственность по соцзащите населения на краудфандинговые платформы. Да и нам с вами уже пора браться поднимать собственные идеи, а не пахать на чьи-то чужие. Вот если есть вопросы, как получить финансирование на свою мечту, спросите нас. Уникальность площадки, в частности, Crowdfunding International, площадок таких очень много, но эта платформа уникальна тем, что здесь вы можете получать не только дотации со всего мира, среди тех, кто увидел и кого заинтересовала ваша мечта, ваш проект, ваша идея. На протяжении долгого времени можно получать эти дотации. И здесь же вы можете еще и получить возможность ускорить получение вот этих вот финансовых подкреплений за счет построения своей команды, за счет своей структуры. А структуру, если вы понимаете, вот в нашей школе вместо вас строить будем мы. С вашей стороны нет затрат на рекламу, на продвижение. Вы не будете тратить время на разговоры и объяснения. Но если вы понимаете, что вам, по сути дела, никого не надо будет приглашать, потому что максимум, что вы можете сделать, это пригласить только двоих человек. Всех остальных, волей-неволей, те, вот, например, кто приходят к нам, понятно, что они попадают в вашу команду, они приходят в вашу структуру, они волей-неволей становятся участниками вашей уже команды и приносят доход вам. Люди приходят к нам в школу при выполнении вот этого условия стать участником Crowdfunding International. Мы ставим именно такое условие, что человек пришел, если в школу, если он решил получить эти знания бесплатно, значит, он должен стать участником вот этой краудфандинговой платформы. И мы сами расставляем этих людей в вашей команды. Мы видим, кто от кого пришел, по какой ссылке он пришел. Мы ни с кого не берем лично себе никакие деньги. Как вы понимаете, еще раз повторюсь, но наше обучение стоит очень дорого. И все те инструменты, которые вы будете получать, и все те знания, которые вы будете получать, любой учитель работает не бесплатно. Но мы ни с кого денег не берем. Мы работаем за счет команды, за счет того, что ваши структуры растут, ваши команды растут, значит, волей-неволей растет ваша статусность, а значит и наша. Ученики вкладывают в конечном итоге сами в себя. Это деньги, которые они вкладывают в свою мечту. Краудфандинг, еще раз повторюсь, это все-таки вложение в свой проект, в свою идею, в свою мечту. Один раз, больше никаких там дополнительных взносов с них не потребуется. И они, вкладывая сами в себя, получая теперь, имея доступ в нашей школе ко всем инструментам, сервисам и программам, имея поддержку со стороны вышестоящих спонсоров, со стороны тех, кто умеет что-то делать в этой в бизнесе, в интернет-бизнесе, то получается, что они, по сути дела, я не кривлю здесь душой, я это именно так и воспринимаю, что это ученики вкладывают сами в себя. Так вот, мы людям как раз говорим, что звоните, пишите, мы расскажем вам, как мы строим вместо вас команду, какие деньги получаем или уже получили, и какие перспективы вас ждут впереди. Каждому своему новому ученику мы, конечно же, говорим о том, что предоставим личный лендинг. То есть вот эту вот подписную страницу, где люди сами будут оставлять свое имя и свой email-адрес. И с ними можно будет переписываться и давать им нужную полезную информацию, в том числе приглашать на наши обучающие встречи. Мы бесплатно будем обучать ваших партнеров. Даже если вы в конечном итоге поделитесь полезной информацией о нашей школе и приходят люди, вы, по сути дела, освобождаете свое время, вам не придется с ними нянчиться, не придется им что-то очень сильно много там объяснять и разжевывать, потому что все это будет за вас делаться со стороны нашей школы, бизнес-школы онлайн. И мы научим
учим их, как продвигаться в интернете и быстро формировать личные команды. Но самое главное, что сначала должны научиться этому вы. Если вы еще и научитесь и им станете хорошим консультантом, то поверьте, эти люди будут просто вам очень-очень сильно признательны. И вот одна из страниц, которую я только что сняла с интернета вам в прошлый раз, кто был на нашей скайп-встрече предварительной, я показывала, что вот так у нас выглядела наша страничка лендинга, которую мы давали всем партнерам. Сейчас она несколько преобразована, она сейчас выглядит вот таким вот образом. Это вот ее первая. Там автоматически картинки, вот три картинки, они сменяют друг друга. Причем без клика мыши. Человек, если открыл по этой ссылке сайт, то на первом слайде, который им появится, кто зайдет на ваш лендинг, будет вопрос: устали приглашать, решили все бросить. Даже человек, пока это все читал, слайд сменится, появится второй, что есть альтернатива. А внизу на каждом слайде написано, что это не просто хороший маркетинг, что это целый арсенал сетевого оружия. Как зарабатывают в сети топ-лидеры Рунета? Скачайте бонусы бесплатно. И кнопочка «Скачать три бонуса». На последнем слайде ему еще раз будет показано о том, что скачать эти бонусы, и в то же время будет такая фраза, что только 4% зарабатывают в сети. И мы знаем, как они это делают, узнайте и вы. И вот он сможет нажать либо на верхнюю, либо на нижнюю кнопочку «Скачать этот бонус». Как только он сюда нажимает, у него открывается формочка, где он должен будет вписать свое имя и e-mail, и к вам на почту придет письмо, что такой-то, такой-то человек конкретно к вам обратился. Поэтому самое главное, что мы говорим, чтобы получить эти все знания в школе, он должен свою мечту какую-то в конечном итоге выставить и показать в интернете. И самый главный гуманный такой путь – это дать возможность людям вложить совсем небольшую сумму, но в самого себя, и получить вот эту финансовую поддержку от тысяч таких же людей. А о том, что есть единомышленники, я в этом убедилась лично на практике. И тогда, как только человек сам себя вкладывает, он получает пошаговое обучение автоматизированному продвижению в интернете, он получает набор инструментов, программ, сервисов. И здесь он как раз уже может мощно укреплять свой финансовый фундамент. И причем это сможет сделать даже новичок, который не умеет приглашать. Потому что здесь, помимо всего, мы лично бесплатно всему научим. Очень многому научим. Еще и дополнительно он будет получать нашу помощь. И согласитесь, что это здорово. Так что сегодня, с сегодняшнего дня, не приглашайте больше ни в какой конкретный бизнес. Приглашайте в команду Business School Online. Рассказывайте о запуске системы авторекрутинга в команде. Говорите, что теперь можно забыть про отказы и проблемы с приглашениями. И давайте людям возможность подключать своих вот этих 30-100, там больше партнеров в месяц на автомате. И показывайте, как в первый месяц гарантирован возврат денег. Мы в любом случае открыты для информации, готовы давать вам скрины. И помогите людям сделать так, чтобы они сами все-таки просились к вам в команду, были вашими именно единомышленниками. Вот это основной посыл, который я вам хотела дать. Основное, в общем-то, я рассказала все, у меня остались 4 минуты. Если вы меня услышали, что не приглашать больше ни в какой конкретный бизнес, то вы уже, по сути дела, на 30% сделали самый важный шаг. Если вы услышали о том, что в соцсетях нужно обязательно завести все аккаунты, это основные соцсети, Instagram, Facebook, ВКонтакте, ВКонтакте обязательно, и в Ютубе, вы уже сделали следующий шаг, то есть еще на 30%, считайте, вы продвинулись. Остается совсем немножко, 40% это научиться услышать и применить те тонкие настройки, которые мы вам дадим. На этом у меня все. Я закрываю свой показ экрана. И теперь я вижу вас. И если успеем, остались у нас 2 минутки для того, чтобы услышать вас, ваш вопрос. Теперь можно включать микрофоны. Так, можно я, Клюкина Наталья? Да, Наташ. Оля, очень рада, я прям с таким удовольствием сижу на ваших школах, это просто что-то. Оль, вот такой, значит, вопрос. Наша закрытая группа, она для кого? Только для тех, кто вошел в краудфандинг? Вот та закрытая группа, в которой вы сейчас находитесь, Наталья, она так и остается для тех, кто туда уже зашел. Вторая группа создана для тех, кто сейчас продолжает оставаться участником моей школы, моим партнером. Угу. Понятно. Так, еще какой вопрос у меня был. Оля, а для того, чтобы, допустим, партнеры
учились в этой школе, цена та же, $100, да? Да, вот я обычно провожу индивидуальное обучение в течение месяца, это стоит $100, но здесь обучение ведется намного дольше, и, по сути дела, те же $100 или 78 евро и стоит либо в Omnium, либо в Crowdfunding International. То есть две компании, которые я сейчас продвигаю. Вот. И там, где действительно люди реально смогут быстро увидеть свой финансовый результат, применяя наши знания и инструменты. Это там, где я конкретно знаю, что я переливами смогу построить вам команды. То, что ко мне идут люди, там и там, и там, это бинар. То есть подо мной могут стоять всего два человека. Все остальные люди автоматом попадают к вам. Я их расставляю именно к вам. Поэтому вы без команды не останетесь. Почему я говорю, что вы идите в школу, ваша задача. Если вы будете мне помогать, применяя эти знания, супер. Это будет просто еще быстрее повышение ваших финансовых возможностей. Если положитесь только на меня, чуть помедленнее, но все равно вы не останетесь в убытке. Понятно. Оля, можно там у меня еще два вопроса, но они уже в личку. Хорошо. Давайте все, так. Спасибо. Так, еще. Оля, можно вопрос? Да, конечно. Да, здравствуйте всем. Ну, хорошо. Сейчас. А вот эта вот закрытая группа, что вот сейчас Наталья говорила, в нее как попасть? Что это значит? Если вы мой партнер в краудфандинге или в Omni, значит, дайте мне свои данные, я вас включу в эту группу, вам дам ссылочку на нее и включу вас в эту группу. Вы подадите там заявку, там есть кнопочка «Подать заявку», и вы входите в эту группу. И там есть пошаговое обучение, там есть ежедневные посты, там есть уже куча инструментов и записи каких-то уроков. То есть там очень много уже информации, и вы получите доступ сейчас и в первую, и во вторую группу. Хорошо, спасибо, Оля, огромное спасибо. Все четко, все доступно. Все, спасибо вам тоже огромное. Да, спасибо. Следующая встреча, следующая встреча в четверг, точно в такое же время. В 11 спасибо. Часов встречаемся. Да. До новой спасибо. Встречи. Действительно, информация очень ценная, и я еще первый раз слышала обо всем этом. Для меня это новость приятная. Все, спасибо всем. А как мы будем обучаться, как подключаться ВКонтакте? Там, и вы подключаться будете вот в эту комнату. Точно такая же будет ссылка. Можно каждый раз по одной и той же ссылке проходить, и вы будете попадать в эту комнату. Я буду встречаться с вами здесь. А индивидуально, там, где требуется помощь, конечно, это будет уже там через Skype. Мы там работаем, консультацию даем в любом случае. На любой вопрос я всегда даю ответы. Нет у меня партнеров, которые бы остались без ответа. Главное, не бойтесь их задавать. И не думайте о том, что я такая перегружена, у меня есть помощники, у меня есть соратники, которые всегда готовы также откликнуться и помочь. Ни один ваш вопрос без ответа не останется. Главное, задавайте эти вопросы. Не варитесь в собственном соку. Ну, для того, чтобы получать партнеров, мы же должны подключиться в эти все социальные сети. Их же нужно еще создать. Правильно. У себя. Об со этом. Своим именем. Правильно. Я об этом начала говорить с самого начала. Да, пожалуйста, Google в помощь, библиотека. Все начинаем. Да, но на следующем уроке мы посвятим немножко времени для того, чтобы понять, где и какие соцсети в первую очередь подключить, и как это, то, какие тонкие настройки надо будет обязательно обратить внимание. Хорошо? Спасибо. Все, до новых встреч. Пока-пока.